Я просто хотел. I would say just one word. Let's go word of our pride. So it's one word of our pride. Пусть это года полтора-два назад, что Вадим Волков стал частью нашего экспертного, как сказать, сообщества. И такие высокие слова не принято говорить в школе, только нежные просто принято. Но скажу сейчас громко, что это для нас честь. А чтобы нежность сказать, скажу удовольствие. А чтобы третье сказать, скажу, что мы его очень ждем, Голицына. А что четвертое сказать, я с радостью открываю эту сессию. Все. Все, можно. Да. Спасибо. Лена, спасибо огромное. Для меня это тоже большая честь. И очень важным мотивом участия в этой школе является качество аудитории. Правда, это одна из самых заинтересованных, умных и качественных аудиторий, перед которыми мне приходилось что-то читать. Вот, поэтому я здесь снова и наверняка буду. И наверняка буду еще в Голицыно. Ну, да, конечно. Скажите мне, пожалуйста, сколько у меня времени в запасе? Андрей Александрович, по времени не может больше, чем вы. Так сколько у меня времени? Значит, примерно час. 45 минут, вы можете. Около часа есть, да? Ага, хорошо. 45 минут. Меня зовут Вадим Волков. Я являюсь научным руководителем Института проблем правоприменения и проректором Европейского университета в Санкт-Петербурге одновременно. И сегодня тема нашего обсуждения как нельзя более актуальная, то есть она была актуальна и раньше, но ее актуальность повышается постоянно. Это российская судебная система, ее недостатки, анализ причин, да, того, почему она такая, какая она есть, то есть с недостатком независимости и так далее. Об этом мы поговорим. И если останется время, можно обсудить, и я могу презентовать, так сказать, меры, которые необходимо принимать для того, чтобы российская судебная система соответствовала ожиданиям гражданского общества, то есть прежде всего защищала права граждан и обеспечивала справедливость в обществе. Откуда будет браться все то, о чем я говорю? Я, соответственно, представляю Институт проблем правоприменения. Это институт в рамках Европейского университета, который занимается исследованиями, прежде всего эмпирическими исследованиями организаций, которые ответственны за применение законов. Основная идея, которая лежит, вернее, две идеи, которые лежат за деятельностью, созданием и деятельностью этого института, состоит в следующем. То есть, во-первых, законы совсем не так важны, как нам кажется, и применение законов на практике гораздо важнее, чем сами тексты законов. То есть у нас в обществе есть такой своего рода легализм или легалистский фетишизм. Считается, что если возникла проблема, сейчас мы быстро напишем закончик или поправим что-то в закончике, благо Государственная Дума у нас исключительно штамповочный аппарат, и тут же как бы эту проблему решим. Вот. На самом деле избыточное количество законов и непостоянство законов только создает проблемы, а не решает проблемы. Обычно наша законодательная деятельность состоит в том, что решается одна проблема, а создается две или больше. Сердцевина проблем состоит в правоприменении, в том, как ведут себя организации, наделенные исключительным правом применять законы, принуждать к исполнению законов. Вот там-то и осуществляется действительное трактование законов, их адаптация к реальной жизни, а главное, к интересам самих правоприменителей. Правоприменительные организации у нас, ну, как мы считаем, это суды, судебная система, которая толкует право и выносит решение, толкует закон и выносит решение.
и правоохранительные органы, которые осуществляют enforcement, то есть принуждение к исполнению. Вот этими двумя составляющими мы занимаемся. То есть первая идея заключается в том, что право применения важнее, чем сами тексты законов, и это есть как бы уже институциональная реальность. Вот. А вторая идея заключается в том, что поведение правоприменителей, судей, органов охраны правопорядка, следствия, надзора, в смысле прокуратуры, можно исследовать эмпирически с точки зрения социологии. То есть их поведение подчинено определенным закономерностям, институциональным, социокультурным, экономическим, и это поведение поддается анализу, наблюдению, анализу и объяснению. И, собственно, как только мы поймем это поведение, мы сможем сказать очень многое о том, почему законы в России работают так, как они работают, и что нужно сделать, да, чтобы изменить эту практику. Вот, собственно, философия института, а он работает как бы в трех измерениях. У него есть несколько постоянных, долгоиграющих научных исследований. Вот они здесь перечислены: траектория уголовного дела, анализ судебной статистики, нормы и ценности судейского корпуса. Вот завершено недавно было это исследование. Регулирование интернета и реформа МВД, или там судебная реформа, более прикладные. И мы публикуем обычно еженедельно в ведомостях колонку «Extra Use», которая, так сказать, самые свежие результаты, идеи выдает вот в такой форме публицистической. Мы публикуем аналитические записки, которые рассылаются всем стейкхолдерам, то есть людям, принимающим решения, или тем, чьи интересы эта аналитическая записка может затрагивать, и научные статьи и книги, в общем, в традициях научного исследования. Итак, проблема судебной системы Российской Федерации. Одна из главных проблем – это так называемый обвинительный уклон. Обвинительный уклон проявляется в том, что у нас ничтожно малая доля оправдательных приговоров. То есть у человека фактически, как, если он уже на него возбуждено против него уголовное дело, если совершается расследование и дело передается в суд, у него в принципе нет шансов на получение оправдательного приговора. Так или иначе, он будет осужден. Это может быть условный приговор, если судья не хочет его как бы за решетку сажать. Это может быть приговор, который равен сроку нахождения в предварительном заключении, если он был там, и тем самым он выходит как бы на свободу. Но тем не менее, приговор будет все равно обвинительный. В то время как там, в большинстве стран Европы, имеется в виду прежде всего Западная Европа, доля оправдательных приговоров значительно выше, 15-20%, в дореволюционной России это было еще выше. Мы посмотрели даже статистику, в 1946 году в Советском Союзе было около 15% оправдательных приговоров еще. Еще судебная система работала как-то по-другому. Я потом буду рассказывать о том, почему так происходит, хотя это все до сих пор все-таки на уровне гипотез. Значит, потом следующая проблема, страшно важная. Судьи удовлетворяют запросы на содержание под стражей во время предварительного следствия. Примерно 80% запросов, идущих от следователей на содержание под стражей во время следствия, суды удовлетворяют. Несмотря на то, что вот до 2002 года, до принятия нового уголовно-процессуального кодекса, такое согласие давал прокурор следователю на то, чтобы, так сказать, задержать и на время следствия посадить в изолятор. С 2002 года такое разрешение дает судьи, то есть следователь должен писать ходатайство судье, есть дежурный судья, который сидит и даже ночью может, так сказать, подписать соответствующее, принять решение и соответствующее решение вынести так, чтобы человека к утру арестовали и, в общем, производили следственные действия уже в тюрьме. И судьи, тем не менее, в 80% дают это разрешение, то есть фактически играют на стороне следствия.
То есть вот такие практики, как там, выпустить под залог, ну или тщательно рассмотреть, заслуживает или не заслуживает человек этого заключения, они у нас не приняты. А что это значит? А это значит, что человек сидит в тюрьме до того, как, да, его осудили, независимо от того, когда вина его еще не заказана. И таких 80% случаев. То есть вот этот институт, так сказать, выпуска под залог у нас совсем не работает. Естественно, есть громкие процессы против предпринимателей. Вы все их знаете. Они, так сказать, очень хорошо характеризуют, в смысле ярко характеризуют нашу судебную систему. Их ущерб заключается в том, что именно вот такие громкие дела и создают недоверие к судебной системе, портят предпринимательский климат. Но в действительности эти громкие дела мало чем отличаются по своей структуре от рядовых дел, когда судья фактически копирует проект обвинительного заключения, который составляет следователь и утверждает прокурор. То есть это, в общем, те же механизмы, просто другие, в силу того, что статус людей другой и дело приобретает политизированный характер, оно отражается в СМИ гораздо лучше, но в действительности они ничем не отличаются от всех остальных рядовых дел. Россия является рекордсменом по числу жалоб в Европейский суд по правам человека. В общем, в итоге получается, что несмотря на положение новой конституции, в которой судебная власть провозглашается отдельной властью, независимой, отдельной независимой властью. Напомню, что в Советском Союзе такого не было. Суды были частью правоохранительной системы, да, то есть милиция, прокуратура, суд – это, как правило, еще в одном здании. Это, в общем, один и тот же пальцы одного и того же сжатого кулака. И, в общем, инстанции одного и того же уголовного процесса, где, которые действуют, в общем, согласованно. Да? Милиция и прокуратура имеют право там ведения следственных действий, суд проверяет то, что они сделали, и, так сказать, выносит свое решение. Вот, по большому счету, судебная власть в России не стала отдельной властью, она до сих пор по своему стилю работы продолжает быть частью правоохранительных органов. Как это все объяснить? В общественном сознании часто превалирует, приходится слышать предположения, ну, на уровне таких конспирологических теорий, да, что есть какое-то вот такое особо интенсивное телефонное право, что любой там крупный чиновник, губернатор или там ФСБ может позвонить любому судье, что есть некоторый такой вот, что ли, заговор наверху о том, чтобы, что, который позволяет выносить любые решения, которые захочет исполнительная власть. Или что судьи каждый раз принуждаются к тому, чтобы выносить какое-то решение. Или о коррупции, да, что все суды коррумпированы, все решается за деньги, никакой справедливости нет. Это разные вариации конспирологических теорий. Будучи, так сказать, социологами, экономистами, мы такие теории не проверяем, потому что они непроверяемы по условию. В них можно только, в конспирологии можно только верить. А это не наш путь, мы, так сказать, исходим из другого, из социологического объяснения. Иными словами, мы ищем объяснение поведения судей, милиционеров или там судей как профессионального сообщества в некоторых социальных закономерностях, социальных причинах. Например, определенная организация, социальная организация судебной системы, институциональное устройство судов, профессиональная культура судей, особенности профессионального сообщества и профессионального взаимодействия. То есть нет ничего мистического, просто эта система очень закрыта для исследователей в том числе, и конспирологические теории, как правило, распространяются там, где есть что-то такое закрытое, где нет доступа для исследователя. И наша задача была, так сказать, постараться войти в это поле и как бы разобрать
судебную систему и правоохранительную систему, но я сегодня только о судебной системе буду говорить, разобрать ее по винтикам, посмотреть, как она действительно функционирует, ну, условно говоря, потрогать реальных судей, послушать реальных судей. Мы проводили фокус-группы с судьями и множество интервью в разных регионах. Мы проводили опрос анкетное, анкетирование судей. Использовали, ну, естественно, смотрели документы там, где это имело смысл. Вот, исходя из того, что вот из таких вот гипотез, что причины поведения нужно искать в некоторых аспектах социальной организации. То есть, что такое еще раз социологический подход? Я здесь, ну, может быть, представляю то направление, вернее, мы представляем то направление, которое мы для себя называем эмпирическая социология права или новая социология права. То есть, это социология, которая исходит из традиционных социологических посылок, что, допустим, поведение человека определяется не в его голове и не индивидуально, а задается коллективно. Организационными или коллективными механизмами задается извне. Вот. И что это поведение, в общем, может быть объектом эмпирического исследования. Соответственно, значит, имеется в виду, что приложение социологического подхода тогда будет следующее, что решение, которое принимает судья, не находится в его голове, грубо говоря. То есть нам кажется, что вот судья, облеченный в мантию, вот он выходит, оглашает решение, что это решение, которое как бы идет из его головы, поскольку оно из этой головы произносится. Но в действительности, ну, решение принимает некоторая социальная структура, социально-организационная структура суда, то есть это решение внешне детерминировано. Причем оно детерминировано не законом, то есть принято, опять же, считать, вот закон, вот дело или там доказательства, или вот как бы спорящие стороны, вот закон, судья, значит, на основе знания закона, внутреннего усмотрения, как бы на основе и собранных доказательств, он выносит решение. Это, конечно, сильно искусственная картинка, очень мало имеющая отношение к реальности. Мы как раз не касаемся вот легальных, как бы вот тех элементов, которые относятся к писанным правилам, к законам. Да, мы как раз пытаемся смотреть на то, какие внешние воздействия происходят. Значит, и что здесь нужно, на что нужно обращать внимание? Это прежде всего на структуру судейского сообщества, имеется в виду, в общем, социальная структура, там, полувозрастная структура, образовательная структура, профессиональные траектории судей, на механизмы отбора и назначения судей, да, потому что они страшно важны, в суд идут не случайные люди не попадают, как и в любой организации, особенно в организации, облеченной властью и закрытой организации, действуют какие-то очень серьезные механизмы, которые как бы, да, отбирают одних людей и отбраковывают других людей. Есть суды, это прежде всего, это не органы правосудия, а это прежде всего бюрократические организации. И надо смотреть на закономерности построения этих бюрократических организаций, чтобы понимать, как ведут себя члены этих организаций. Очень простой тезис. Да? Дальше есть институциональная структура, то есть система стимулов и ограничений. Ну, это частично пересекается, да, с бюрократической организацией. За что судей могут хвалить, повышать в ранге, там, давать премии, и за что, наоборот, судьи могут призвать к дисциплинарному взысканию, вызвать на квалификационную комиссию, в конце концов уволить или лишить премии и так далее. То есть есть система стимулов, которая совершенно не связана, да, с текстами закона. Она работает в любой социальной организации. Есть профессиональное сообщество со своей профессиональной культурой, то есть разделяемые нормы, ценности, общие взгляды судей. Профессиональная социализация, то есть есть судьи, которые приходят, только что назначенные, допустим, 28-29 лет, и их, собственно, учат чему-то тому, чему их не учили, естественно, в юридических вузах.
Это, в общем, целая программа исследований, она еще до сих пор как бы не выполнена. У нас огромное поле для дальнейших исследований, но я с вами поделюсь какими-то результатами, которые успею вот в отведенный мне час огласить. Значит, давайте я сначала просто опишу некоторое, очень такими крупными мазками опишу судейское сообщество. В Советском Союзе судьи выбирались, как вы знаете, наверное. То есть это были вот выборы депутатов, а также выборы судей. Это были, естественно, выборы безальтернативные, советские, фактически, так сказать, ну, для галочки. А назначал судей на самом деле партийные органы, то есть фактически на уровне горкома или обкома, поскольку каждый судья обязан был быть членом КПСС, вот, то партия выдвигал, народ утверждал. Судьи не были, в общем, долгое время, до 80-х годов, кстати, даже в разные годы варьируется, но у многих судей, там более 40% судей еще в 70-е годы не было вообще высшего образования, потому что судьи считались народными. Это народный судья, это не профессионал в правовой, в легальной сфере, это народный судья, который должен вершить справедливость, ну, он должен знать законы, естественно, но тем не менее требования высшего и даже выше, тем более высшего профессионального юридического образования не было. Оно стало появляться только к 80-м годам, и вот где-то к концу 80-х годов уже там почти 100% судей имели высшее образование, и уже там за 80% имели специальное профессиональное образование. Потом Советский Союз пал, была изменена система, то есть как бы судьи вышли из партии, новые судьи стали приниматься. Сначала судьи там утверждали советы, городские советы народных депутатов, система менялась. В 90-е годы состав судей тоже стал меняться, но зарплаты были очень низкие, престиж профессии невысокий, суды были бедные. Но в 2001-2002 году была реформа, новый уголовно-процессуальный кодекс был введен, были обновлены законы о статусе судей, была сильно повышена зарплата судей, инвестирована, так сказать, в инфраструктуру судейского сообщества, введены мировые суды, и произошел набор новых судей, целая когорта новых судей влилась в судебную систему. Наши данные показывают, что вот из современного судейского сообщества где-то 12% судей – это еще судьи советского призыва, бывшие члены КПСС, 12%. Но что очень важно, среди этих 12% очень высокая доля председателей судов. Если нужно, у меня все эти цифры есть, я вам потом могу точные цифры говорить. Председатели судов – это мужчины советской закалки, еще, в общем, в своем большинстве больше там 50%. 28% судейского сообщества сейчас – это судьи, пришедшие в 90-е годы, как бы мы называем для себя это судьи смутного времени, пришедшие с не очень понятной мотивацией. И 57%, то есть больше половины – это судьи, пришедшие после 2002 года, после вот частичных реформ Козака, как их называют, то есть мы называем это судьи путинского призыва. 57%. Причем это судьи молодые. Вообще средний возраст судей примерно 41 год, 42 года. Это профессия, которая сильно омолодилась. И вот этот последний призыв после 2002 года, это, во-первых, большинство женщины. У нас более 60% судей – это женщины. Значит, это женщины, молодые женщины, которые отработали там 5-6 лет в аппарате судов, то есть они перекладывали бумажки, писали протоколы судебного заседания, секретари судебного заседания, помощники судей, при этом там участие на вечерних факультетах, и в принципе работали за 15 тысяч рублей в месяц для того, чтобы потом, так сказать, прыгнуть и стать судьями, что в общем и произошло. То есть сейчас структура судейского сообщества такова, что она
да, что сообщество женское, молодое, обученное, так сказать, дисциплине, бумаготворчеству, бюрократической работе, вышедшее из аппарата и не, имеющее, не, это вот как бы разбивка судейского сообщества с точки зрения прошлого опыта. Вот аппарат судов, самая большая категория, это из аппарата судов 33%, доминирующая субкультура профессиональная. То есть это послушные, тщательные, дисциплинированные женщины, относительно молодые, не имевшие до занятия должности судьи с какой-то самостоятельной юридической практики. То есть это фактически аппаратная культура. Это, кстати, очень большая проблема. Этим очень много будет объясняться. Другая серьезная субкультура, отличающаяся от как бы аппаратных женщин, аппаратных, дисциплинированных, тщательных, аккуратных женщин, это бывшие прокуроры, бывшие работники прокуратуры. Их, в общем, порядка 20% в судейском сообществе. Это более пожилые мужчины, которые пошли в судьи, потому что у судей гораздо более высокая пенсия, чем у сотрудников прокуратуры, а стаж работы в прокуратуре засчитывается как бы как суррогат судейского стажа. И в какой-то момент, после того, как это было правило введено, особенно в 2000-е годы, пошел поток из прокуратуры мужчин, которые гораздо более, ну, из прокуратуры и из следственных органов. То есть это гораздо в большей степени психология Глеба Жеглова, то есть у меня есть внутренняя справедливость, я понимаю, так сказать, ну, преступник он или не преступник, а процессуальные моменты и формальные моменты доказательства в гораздо меньшей степени для меня, соответственно, важны. Ну, я немного преувеличиваю, но анкетный опрос показывает, что такие ценности, как там вот справедливость, кстати, независимость, гораздо более важны для прокурорских и следственных, чем для аппаратных, для которых важны там дисциплинированность, тщательность, ответственность и так далее. Ну и кроме этих субкультур, которые, в общем, имеют довольно более четко выраженную нормативную вот структуру профессиональных норм, есть еще там люди, пришедшие из государственных организаций, юристы госорганизаций, корпоративные юристы и небольшая доля из адвокатуры. Судьи довольно низкомобильная социальная группа, их мобильность значительно ниже, чем средняя, да, по стране. То есть это вопросы, которые задавались: работаете ли вы в том же регионе, где родились и выросли, работаете ли в том же регионе, где получили образование. То есть большинство судей, 77%, работают в том же регионе, где выросли. То есть это судья, который, значит, вот он родился, там он закончил школу, он там закончил юридический вуз и пошел судьей. То есть фактически судьи, которые довольно сильно вросли в местную элиту. Ну и там 32% они только учились в этом регионе. А судьи, которые учились и работали в другом регионе, только 8%. То есть, да, конечно, больше 100%, естественно, потому что некоторые и учились, и жили. А другие только учились, поэтому получается больше 100%. Там можно было выбрать несколько просто ответов на вопрос. То есть получается некоторая укорененность в местных сообществах, ну, и, соответственно, это тоже, да, создает предпосылки, ну, как мы говорим, для сращивания судебного корпуса и региональных элит. Теперь, значит, когда мы говорим о бюрократической организации судов, что мы имеем в виду? Это прежде всего иерархия судов и иерархия судей. Во-вторых, я потом подробно на каждом остановлюсь. Во-вторых, это формальный и неформальный порядок назначения судей. То есть некоторые процедуры формального свойства и неформального свойства попадания в судейского сообщества. Это система оценки судей. То есть каждый
каждый период, ну, видимо, каждый там, квартал, каждый год тем более, каждый судья оценивается по некоторым показателям, кем он оценивается, как он оценивается и каковы последствия этой оценки. Это, значит, система рангов и продвижения судей, у них классы. Да, по каким критериям судья может повысить свой класс. Потом это чисто материальные стимулы, зарплаты, премии, пенсии, выход на пенсию. Да. Судья может быть лишен, отправлен на пенсию, но лишен льгот. И, наконец, это как бы вся канцелярская документооборот и канцелярская организация работы суда и ведения судебного заседания. Давайте остановимся на роли председателя, потому что это ключевой момент во всей нашей судебной системе. Ну, я, наверное, не открою никакой тайны, сказав, что российская судебная система организована как четкая административная вертикаль, основными несущими звеньями которой являются председатели судов. Председатели судов, как я уже сказал, это если рядовые судьи преимущественно женщины, председатели судов преимущественно мужчины, рядовые судьи преимущественно молодые, председатели судов преимущественно более, так сказать, зрелые, еще из советского периода. Председатели судов, они назначаются Верховным судом, и у них очень серьезные полномочия, формальные и неформальные. Во-первых, они распределяют дела по судьям. То есть дела поступают в суд, и председатель сам распределяет, кто какие дела будет вести из рядовых судей. Соответственно, это мощный механизм. Во-первых, это мощный механизм влияния на судьи, потому что какие-то дела очень сложные и тяжелые, какие-то дела легкие и простые. Соответственно, судья может нагружать других, председатель может нагружать других судей по-разному. Если он хочет какого-то судью, так сказать, создать ему проблемы, а есть процессуальные сроки, которые давят на любого судью, то есть дело должно быть рассмотрено в определенный срок, может судье давать там, сложные дела. То есть фактически регулировать нагрузку судей. Это, конечно, потенциал некоторого коррупционного механизма, потому что, как известно, случайное распределение дел, в общем, часто страхует, это есть один из страховочных механизмов от коррупции. Если ты не знаешь, к какому судье попадет твое дело, в общем, тебе гораздо труднее влиять на суд. Но если ты знаешь, да, как бы, и хочешь, что это, чтобы это дело попало к этому судье, то это, значит, является источником коррупции. Контроль сроков, то есть фактически председатель суда – это менеджер всего суда, он контролирует все показатели, сроки, проводит еженедельные собрания, контролирует нагрузку, он расписывает премии ежемесячные, он расписывает отпуска, он расписывает, значит, ну, какие-то ресурсы внутри суда, которые циркулируют. Дальше, фактически председатель суда является нанимателем судей. То есть без визы председателя суда квалификационная коллегия не будет рассматривать кандидатуру судьи на занятие должности судьей. Конечно, есть экзаменационная комиссия, есть определенный, издача экзамена является определенным формальным жестким требованием. Но виза председателя районного суда, который берет этого судью, виза председателя городского суда является главными для того, чтобы принять решение о том, чтобы рекомендовать данного судью к назначению. Вот. Фактически, на самом деле, неформально, как нам рассказывали председатели, вот только что вышедшие в отставку, которые уже могут очень свободно говорить, они, в общем-то, сами подыскивают судей. Они сами подыскивают, они, то есть это главный такой наниматель. Хотя формально у нас утверждает на должность судей президент Российской Федерации, есть, так сказать, полузакрытая кадровая такая служба при президенте,
и кадровой комиссии при Верховном суде, они абсолютно нелегальные, вот, просто потому что президент не может с десяток судей в неделю рассматривать или даже больше физически. Вот, но тем не менее во всей системе назначения председатель районного суда и председатель суда субъекта федерации – это ключевые инстанции. Дальше председатель суда может создать такую ситуацию легко, а председатели суда являются там членами тоже органов судейского сообщества и квалификационной комиссии, они могут вынести вопросы, там, дисциплинарные вопросы на квалификационную комиссию. То есть фактически председатель суда является неким таким главным органом бюрократического административного контроля за поведением судей. Кроме того, есть советская традиция, я уверен, что она в Петербурге, она в меньшей степени, наверное, распространена, но советская традиция состояла в чем? Что председатели судов, там секретари райкомов, начальники УВД, районные прокуроры раз в неделю всегда собирались на оперативное совещание. Вот. И сейчас часто председатели судов как бы присутствуют на разных оперативных совещаниях, значит, там с участием представителей исполнительной власти, правоохранительных органов. То есть вот через, иными словами, мысль какая? Если вы хотите оказывать влияние на поведение судей, на исход дел, вам не нужно заниматься какими-то подкупами и убеждениями рядовых судей. Достаточно иметь, так сказать, доступ к системе председателей и давать команду по системе председателей. Есть специальные собрания или совещания председателей судов, которые проводит Верховный суд, который дает им неизвестно какие, да, это очень закрытые совещания, разные установки. Есть, конечно, так сказать, содержательные вещи, касающиеся толкования тех или иных статей и, так сказать, определения Верховного суда, которым должны следовать судьи, с которыми они должны быть ознакомлены. Это понятно. Это единообразие судебной практики и ее предсказуемость. Но есть совершенно разные, в том числе и политические установки, которые проходят вот по этой судебной вертикали. Ну, про назначение я немного сказал. Значит, важнейший момент – оценка деятельности судов, судей. Это так называемая стабильность приговоров. Стабильность приговоров – это отношение к количеству рассмотренных дел, к количеству отмененных приговоров. То есть самое страшное для судьи – это отмена приговора в надзорной инстанции, в вышестоящем суде. То есть несколько отмен ведет к тому, что вопрос начинает ставиться на квалификационной комиссии по поводу того, по поводу квалификации судьи, и в конце концов он может привести там, к увольнению. Почему это важно, мы потом увидим. Но еще раз, значит, отмены решений судов вышестоящими инстанциями, судей вышестоящими инстанциями – это самый сильный элемент контроля и оценки судов, которые они больше всего боятся. Второе – это процессуальные сроки. Есть в УПК и в процессуальных кодексах четкие сроки рассмотрения дел, и нарушение или систематическое нарушение этих сроков ведет к тому, что к дисциплинарным мерам. Сразу скажу, что в сочетании с чудовищной загрузкой российских судов жесткие процессуальные сроки ведут к тому, что на рассмотрение дела у судей примерно там час-полтора, а в некоторых судах как бы это 40, просто 40 минут на рассмотрение одного дела, надо ознакомиться с делом, провести заседание, принять решение. Вот. К чему это ведет? К тому, что судьи прибегают исключительно к шаблонам.
что судьи не вникают в суть дела, что фактически работает конвейер, а также к тому, что судьи очень сильно зависят от своего аппарата. Понятно, они зависят от помощников, от секретарей судебного заседания, которые им пишут эти бумажки, которые им подготавливают судебный процесс. Судьям самим некогда вникать, а этот аппарат, эти люди работают за очень низкие зарплаты. В действительности, следовательно, если судья обязан сильно аппарату, зависит от аппарата, аппарат низкооплачиваем, значит, единственный бонус, который судьи могут обещать аппарату, это то, что ну, ты отработай там 5-7 лет, мы тебя сделаем судьей. И вот почему идет сильный поток людей в судьи из аппарата, молодых работников аппарата. Видите, все как бы нет никакого заговора, все просто, понятно и объяснимо на уровне обычного институционального анализа. Теперь, я уже говорил, что есть там классы судей, и они стремятся повысить свой класс, это влияет на пенсию, поэтому происходят аттестации, квалификационная комиссия повышает класс, соответственно, там смотрятся разные показатели деятельности судьи, наличие, отсутствие дисциплинарных мер. То есть, в общем, судьи поставлены в довольно жесткую систему бюрократического контроля. Теперь давайте посмотрим, значит, откуда берется обвинительный уклон. Обвинительный уклон, еще раз, суть его заключается в том, что судьи избегают оправдательных приговоров. То есть оправдательных приговоров, которые бы полностью оправдал человека. Они либо выносят обвинительный приговор, и человек отправляется за решетку. Речь идет, конечно, об уголовном процессе. Либо, если они не хотят, чтобы человек шел за решетку, и они понимают, что вина не доказана, или есть серьезнейшие процессуальные нарушения, но они не могут... Да, фактически оправдательный приговор – это значит в нашей системе сказать, что следователь зря работал, что человека зря, так сказать, держали под следствием, что прокурор, который осуществляет надзор за следствием и, так сказать, проверяет дело, прежде чем оно поступает в суд, то есть на самом деле в суд дело отправляет помощник прокурора, что все эти люди работали зря, соответственно, человек невиновен. Человек, выходя, естественно, может, имеет право, если он, ему нанесен ущерб, соответственно, подавать иски за незаконное там, содержание под стражей и так далее. Поэтому судьи делают все, чтобы избежать конфликта с прокурором и чтобы, так сказать, удовлетворить как бы, позицию прокурора, то есть признать виновным. Есть разные суррогатные способы оправдания, я уже говорил, то есть условные, сроки, соответствующие содержанию под стражей, так что называется, осужден, виновен, но освобожден в зале суда. Да, очень частая такая вещь. Почему это происходит? Почему судьи не самостоятельны и так чувствительны к позиции обвинения, государственного обвинения? Во-первых, в силу того, что в силу политики вышестоящих судов, то есть оправдательные приговоры обжалуются значительно чаще, чем обвинительные приговоры. То есть фактически оправдательные приговоры в 80% примерно случаев обжалуются, то есть прокурор, причем прокурором, которого тоже по голове не гладят, если он проиграл как бы, дело. Да, у него свои там палки. В 80% обжалуются оправдательные приговоры, обвинительные примерно только в 20%. И что касается статистики отмен, то оправдательные приговоры в 4,5 раза чаще отменяются, чем обвинительные. 33% против 7%. Что это значит? И в принципе каждый судья очень быстро усваивает, что если он выносит оправдательный приговор, то вероятность того, что этот оправдательный приговор будет отменен вышестоящей инстанции, очень высокая. Он знает. Это неформальное профессиональное знание. Судьи, как бы, они проговариваются по этому поводу очень характерно. Тогда судья понимает, что несколько таких оправдательных приговоров и отмен
Это дисциплинарные взыскания, потому что показатель стабильности приговоров, основной оценочный показатель, будет у него плохой или у нее плохой. Соответственно, значит, прямой стимул, да, вот он находится вот как бы в железных таких, в железной клетке между позицией вышестоящих судов, системой оценки, интересами прокуратуры. И вот начинается вот эти вот, как бы, вот где в действительности навык принятия судебного решения. Закон в данном случае уже, по большому счету, забыт. Нужно принять такое решение, которое бы устроило интересы различных сторон. Кроме того, прокуратура, прокурор, как и ФСБ, ставит визу неформальную тоже на дело судьи как в процессе назначения. Ну, это называется примерно так, что каждый судья проверяется на благонадежность, нет ли у него там родственников, которые сидели в тюрьме, кто у него там жена, дети, или у нее жена, дети, ближайшие родственники, нет ли связи с криминалом, судимости, каких-то, так сказать, конфликтов интересов. Вот. Это проверяют следственные органы, это проверяет ФСБ, это проверяет прокуратура, и фактически получается, что да, на этапе назначения эти люди имеют серьезную власть. Это как бы жесткие формы зависимости судей от гособвинения, от прокуратуры. Есть еще мягкие, я уже о них упоминал, это как бы да, общая социализация. Порядка 20% судей выходят из прокуратуры, соответственно, ну, причем в довольно зрелом возрасте, и если вообще верна теория социализации социологическая о том, об усвоении определенных профессиональных ценностей и лояльности собственной профессиональной группе, не говоря уже о старых связях, то понятно, что судья, вышедший из прокуратуры, в целом не вполне будет принадлежать судейскому сообществу, пересоциализироваться ему там 50 плюс лет не так просто. В общем, это как бы тот же самый прокурор, но только выполняющий другие функции, ну, сидящий, может быть, на другом месте. Я преувеличиваю немножко, потому что вот судьи сами из прокуратуры, когда с ним беседуешь, и он, конечно, говорит, да нет, все, у нас соревновательный судебный процесс, я, значит, понимаю, что я судья, что это, значит, позиция прокуратуры, это позиция прокуратуры, а у меня другая роль. Но потом выясняется, что там судьи и прокуроры вместе справляют дни рождения прямо в зале суда. Нам скажут, да мы в зале суда справляем дни рождения. И кого приглашаем? Да, сотрудников прокуратуры приглашаем. Это часть некой общей социальной сети. Часто прокурорские и судейские учились на одних юрфаках. Они друг друга знают с детства. Это тоже очень часто звучит. Фактически каста судей, каста прокуроров, в общем, по социальному статусу равны. Судьи как бы презирают милиционеров, людей из МВД, считают их некомпетентными, как бы ниже по статусу, но относятся с уважением к прокуратуре. Ну и вообще, если вы иногда заходили в эти здания, очень часто, вот там, в Петербурге много таких зданий в районных судах. Ты заходишь в здание, там на одном этаже прокуратура, на другом этаже суд, и это до сих пор пространственная близость есть. В принципе, вот так работают эти повседневные механизмы, которые обеспечивают чувствительность судей к позиции прокуратуры. Я потом поставлю под вопрос вообще-то этот тезис, если у меня останется время. Знаете, я сейчас про реформу судебной системы не буду говорить. Я, может быть, в порядке ответа на вопросы расскажу, что нужно сделать. Но теперь вот, значит, попробую поставить под вопрос все то, что я говорил немножко. Значит, еще раз вернемся к тому, да, какие основные проблемы российской судебной системы. Это то, что судьи удовлетворяют ходатайство на предварительное заключение во время следствия. Простите, я сказал 80%, я оговорился, это около 90% запросов удовлетворено. Да? И очень низкая доля оправдательных приговоров. Меньше или равно 1%. То есть большая вероятность того, что судья встанет на позицию обвинения. И вот то, о чем я сейчас до этого говорил, в принципе, нами предполагалось как объяснительное
гипотеза или как набор объяснений того, почему так происходит. Дальше исследователь, который сейчас работает в Казахстане, Алексей Трошев, взял и посмотрел, а как обстоят дела в других постсоветских и постсоциалистических странах. А что же происходит там в Грузии, в Польше, в Латвии, на Украине, то есть в бывших советских республиках или в бывших странах социалистического лагеря. И он обнаруживает, что показатели, что поведение судей, несмотря на 20 лет судебных реформ в этих странах, такое же, как в России. И в Польше тоже. Отлично. Посмотрите статистику. Посмотрите статистику. Ну, я просто вам могу открыть файл вот просто с таблицей, с графиком. Это я для презентации написал. То есть доля удовлетворенных ходатайств на предварительное заключение: Украина под 90%, Грузия 80-95%, Польша 90%, Латвия 85%. То есть такое же поведение судей. Это при том, что в Польше была проведена люстрация судейского корпуса, то есть он был сменен. Естественно, процессуальные реформы, то есть суд стал гораздо более независимым. В Грузии проведены были тоже реформы и правоохранительных органов, и суда. Латвия и Польша, ну, на самом деле, ну, я хотел сказать, что они ввели у себя некоторые стандарты Евросоюза, да, по due process, то есть конкурентного судебного и правильного судебного рассмотрения, хотя Европейский Союз не имеет авторитета, то есть по отношению к судам стран-членов, судебным системам стран-членов ЕС, это только рекомендательный характер, но тем не менее они к этому стремились. И тем не менее поведение судей осталось одно и то же. Теперь если мы смотрим, как посмотрел Алексей Трошев, на долю оправдательных приговоров, опять же, средним за, так сказать, 20 лет, то же самое, что в России. В России, ну, считаем, 1%, Украина 0,5%, 8%, Грузия сейчас снизилась даже на 0,2%. Польша 2-3%, Болгария 2-4%. То есть, опять же, у нас имеется какой-то очень странный загадка и парадокс. Несмотря на то, что эти системы были сильно реформированы, судейский корпус сменился, они вообще перестали быть частью советской системы, но поведение судей осталось прежним по отношению вот, к прокуратуре. То есть, ну, можно это сформулировать как загадка, то, что называется path dependency, да, или институциональной инерции. Это классический случай, когда люди полностью сменились, а поведение их осталось прежним. Значит, работают какие-то очень глубокие структуры или закономерности, которые приводят к тому, что советская модель уголовного процесса продолжает жить, тем не менее, внутри Европейского Союза даже. И вот это, конечно, вопрос для исследователя, который очень серьезный. Мы еще как бы не подбирались к этому вопросу, но серьезно мы будем подбираться. Но я бы высказал такую, у меня есть некоторая гипотеза такая, она крупная. Как ее проверять, я пока точно не знаю. Но звучит она так, что выработалось за много лет выработалась определенная или была создана отдельная или некоторая специфическая правовая система. Это речь идет о некотором метаинституциональном дизайне. То есть мы знаем, да, что в мире есть две правовые системы. Одна англосаксонская или common law, или обычная common law, или общее право. Прецедентное право, оно еще называется, или и континентальное, да, наследие римского права, то есть это civil law или статутное право, система кодексов, и все. С точки зрения процесса, англосаксонскую систему обычно называют соревновательной системой. То есть роль судьи сводится к тому, к арбитру, который, так сказать, перед которым разыгрывается соревнование между стороной обвинения и стороной защиты.
каждая сторона приводит свои факты, доказательства, аргументы, и та сторона, которая выглядела, по мнению судьи, более убедительной, называется победителем в процессе, от этого и зависит приговор. Судья в данном случае более-менее нейтральный арбитр. Континентальная система еще называется инквизиционная система. Тут ничего нет такого суперстрашного в этом слове, хотя она действительно произошла от инквизиционных процедур прошлого. Но имеется здесь в виду то, что следствие находится под судьей, как бы судья инициирует следствие и сам занимается расследованием. То есть судья устанавливает и инициирует расследование, как инквизиция это делала, да, и устанавливает истину с помощью тех средств, которые у него есть, а это там судебные следователи, целый аппарат, который ему, судье, может доставлять доказательства. Он, судья, занимается расследованием и сбором фактов. Следствие подчинено суду. Суд главный. В советской системе, я бы ее назвал обвинительной, судья, она сконструирована, весь уголовный процесс сконструирован так, что судья лишь проверяет качество работы органов следствия и дознания, являясь последней инстанцией. И по большому счету у него нет какой-то отдельной главной процессуальной роли, как в других системах. И поэтому, будучи помещен вот в эту, как бы вот в это место в уголовном процессе, он просто не может себя вести по-другому, да, кроме как штампуя приговоры, потому что в действительности все приговоры и решения, да, виновен или невиновен человек, выносятся у нас на уровне предварительного следствия. То есть следователь, когда он собирает доказательства и пишет проект обвинительного заключения, все, фактически он отработал свою роль, прокурор проверил, и это уже, ну, железная вещь. Судья только, если они сработали, да, как бы качественно, судья проверяет это качество. И судьи действительно, когда интервьюируешь их, они говорят, ну а что обвинительный уклон? Мы действительно проверяем качество предварительного расследования. Следователь подписал, начальник следственного отдела подписал, прокурор подписал, проверил. Если что-то они не доработали, там они дособрали, усовершенствовали, потом это поступает ко мне, и я вижу, если все правильно сделано, так как я могу вынести обвинительный приговор, оправдательный приговор. Тем более, что порядка 40 еще процентов дела у нас идет в особом порядке, то есть без рассмотрения дела по существу, если подследственный признает свою вину, да, то рассмотрение дела идет быстро, без рассмотрения по существу, и предполагается, что судья выносит там приговор не выше верхней трети положенного наказания. Но это вне тяжких, естественно, преступлений. Это вообще просто аппарат, который штампует обвинительные заключения, обвинительные приговоры быстро, который вообще всех устраивает. Вот. Поэтому на самом деле проблема глубже может быть. И вот все то, о чем я говорил, там роль председателей, бюрократические процедуры, система назначения, это все было изменено во многих постсоветских странах, а результат-то поведения судей не изменилось, значит, сравнительный анализ должен давать какие-то совсем другие гипотезы. Вот, поэтому, значит, несмотря на то, что вот все те вещи, о которых я говорил, вот, которые генерируют зависимость судей от организационных, социальных структур, бюрократических структур, они действительно остаются, их надо менять, но вопрос заключается в том, а изменит ли это положение дел. Вот в тех странах, о которых мы говорили, Грузия, Польша, страны Прибалтики, там, кроме судебной реформы, были проведены глубокие реформы следствия, полиции, и, в общем, может быть, поэтому там нет, может быть, такой репрессивной системы, какая она есть в России, поскольку все-таки следователи и прокуроры не втаскивают в свою систему следствия такое количество людей, которых они потом обязаны осудить, чтобы не было, что они работали зря. Именно поэтому мы не видим этих проблем в тех странах. Вот, может быть, так. Ну, в общем,
соответственно, проблема остается. Я, наверное, на этом закончу. Как раз прошел час и готов ответить на ваши вопросы. Так, Астраханская область, прошу. Спасибо большое, Владимир Викторович, за ту тему, которую вы подняли. Действительно, сейчас можно вспомнить известное произведение «О суде кто за древностью лет». И на сегодняшний день, ну, я могу сказать, что я сам просто по квалификации юрист, и одна из тем квалификации действительно важна, потому что, и вспоминая тех студентов, которые, выйдя замуж, большинство из них работают секретарями и помощниками судебных заседаний, и мои коллеги, надеясь на то, что через 5 лет они станут сначала мировыми судьями, а потом судьями судов общей юрисдикции. Сейчас судебная система, судейский корпус – это большая целая единая корпорация, попав в которую, не хочется просто оттуда выходить со своими устоями. И более того, я бы хотел обратить внимание, если кто сталкивался с судебной системой, отношение у судей не только, ну, теоретически как-то можно его понять, есть к обвиняемым, к подсудимым, но и вообще как бы это грань какая-то разделения общества, потому что они наделены, не забываем, определенными полномочиями, привилегиями. Можно даже сказать, что это жрецы, которые совершают ритуал отправления правосудия, и им даны определенные привилегии. И они ими пользуются, не хотят от них уходить. И исходя из этого, вопрос такого характера, ну, теоретически подозревая о том, что количество 33 будет увеличиться представителей, аппаратных работников, а есть же у нас, я все время напомню, не только буква, но и дух закона, который формируется внутренним убеждением, опытом работы не только в аппарате, скажем так, но и за пределами, почему именно прокурорские работники, скажем так, они более квалифицированные, или квалифицированные, так лучше скажу, чтобы не обидеть их. Вопрос такого характера. Может быть, как там здесь можно вести, учитывая, что ответственность есть только дисциплинарная, некий институт публичной ответственности или, скажем так, публичной оценки, аналог просто приведу, по участковому оперуполномоченным ввели такой институт. Совершенно неудобно вмешиваться, но 15 минут все, все. Вопрос. Тогда быстро, вот вопрос такой. По участковому оперуполномоченным институт – это когда они отчитываются перед населением. Участковые оперуполномоченные пошли в народ. Как-то можно вот этот публичный институт ввести у судей, чтобы при их назначении или там какой-либо период времени народ тоже, или действующие СМИ, неподконтрольные власти, давали оценку деятельности судей. Спасибо. Ответ такой быстро. Значит, две меры, по крайней мере, точно. И одна мера уже осуществляется, называется 262 ФЗ, которая обязывает суды публиковать в открытом доступе, то есть в интернете, решение судов. Там не все обстоит гладко, и часто многие данные вымарываются оттуда очень важными. Но если у нас будет большой массив решений всех судов, а там понятно, что по одним и тем же статьям могут приниматься совершенно разные решения и с именами судей, то это в общем дисциплинирует судей, это создает некоторую прозрачность. И самое главное, и вот это предложение, которое очень сейчас в тренд, надо устанавливать видеокамеры в зале судебного заседания, которые фиксируют весь процесс, потому что судьи очень много нарушают необоснованно процесс, отказываются приобщать там какие-то свидетельства, отказываются там давать кому-то слово, просто произвольно, а потом в протоколах уже вносится вообще совершенно что-то другое, да, и нереконструируемое это. А обязательная видеозапись, она в общем сразу же сделает судей ответственными за соблюдение процедуры, а для подсудимых, защиты их прав, процедура очень важна. Анастасия, прошу. Анастасия Глухова, Тюмень. Очень коротко. Скажите, пожалуйста, вот в сравнении, допустим, с другими странами, там, с теми, чью там, систему судебную больше уважаем, либо меньше там, страны СНГ, у них вообще, как обстоят дела с допуском сотрудников следствия и сотрудников гособвинения в суды и в адвокатуру? И как соцпакет новый наших судей смотрится на фоне соцпакета судей других стран? Спасибо. Спасибо за вопрос, но я вас разочарую, я не знаю. Но мы просто не изучали соцпакеты других стран и то, что вы сказали, доступы кого там, судей, прокуроров,
А, в смысле, карьеры прокуроров, ну, вы знаете, это вообще, я даже не представляю, как эти данные можно собирать. То есть мы-то собираем эти данные там, ну, просто, когда мы делаем опрос, то есть это нужно ездить в регионы, пытаться договариваться там с судебным департаментом, чтобы провести опросы. Настя, ну что это такое? Запретов нет, на самом деле, вообще нет. И да, вот как бы из гособвинителей, которые становятся судьями, в Европе такая практика есть. В Соединенных Штатах, где судья – это выборная должность, там, как правило, это, в общем, ну, практикующие юристы, ну, в смысле, там, консультанты или адвокаты, прежде всего, это уже достигшие некоторой известности, вот они идут в судьи, потому что в Америке там другая система и назначение, и вообще по духу. А в Европе из прокуратуры идут, из гособвинения. Вопрос из Болгарии, Анна Перинская, прошу. Hello, first of all, I'm sorry, is it okay if I... С вашего позволения, я буду говорить по-английски. Есть ли у вас число и каково число или или репертуар специальных методов дознания и проведения следственных мероприятий? Вот существуют ли какие-то органы надзирающие над выполнением этих мероприятий? Использование как бы специальных особых методов сбора там, доказательств или данных, как прослушивание. Кто это регулирует? Я могу ошибиться, у меня может не хватить, так сказать, юридической квалификации сказать, но в принципе, ну, понятно, о чем идет речь, что в нормальной правоохранительной системе только судья может дать санкцию на прослушивание телефонных разговоров, на там, какие-то особые виды наружного наблюдения, то есть то, что составляет суть вмешательства в частную жизнь человека и нарушает, по идее, его или ее права. Вопрос состоял в том, как эта процедура устроена у нас. И, в принципе, традиционно разрешение на это дает прокуратура. И я думаю, что до сих пор, это надо посмотреть закон об оперативно-розыскной деятельности, видимо. Если есть профессиональные юристы, вы мне, наверное, корректно и быстро скажете, да, как это устроено. Но я думаю, что санкцию дает прокуратура. Правильно или нет? Нет? На прослушивание? Хорошо, значит, это дают суды на прослушивание телефонных разговоров? Понятно. Значит, у нас большинство прослушиваний телефонных разговоров не санкционировано, да, в этом деле? Так, продолжаем, коллеги. Сударыня, вот в самом конце стола, прошу. Розаева Хади, Чеченская Республика. Вадим Викторович, благодарим можно за интересное выступление. Можно в микрофон, пожалуйста. Да, конечно. Благодарим за интересное выступление. Вопрос мой касается судебной реформы, новой нашей, в частности, новый федеральный конституционный закон о судах общей юрисдикции. Мы видим очень обнадеживающие нововведения в российской судебной системе, и такие нововведения при умелом внедрении в нашу судебную систему могли бы в корне изменить ее содержание. Однако, дадут ли они позитивные результаты, учитывая содержание законодательных актов, которые вводят и регулируют данные судебные процедуры, а также специфику нашей судебной системы в конкретном применении? А какой закон? О каком законе? Новый федеральный конституционный закон о судах общей юрисдикции. То есть на основании этого закона, естественно, внесены поправки в УПК, ГПК, введены апелляционные суды новые. Заработает ли и сколько должно пройти времени, чтобы вот подобные глобальные изменения действительно сработали на практике? Это не какой-то проект закона, о котором вы говорите? Нет. 7 февраля 2011 года, и
в отношении гражданских отношений процессуальных с этого года уже изменения введены, а уголовные, естественно, со следующего года. Ну, если кто-то знаком, то прокомментируйте, пожалуйста. Да, апелляционные суды введены. Да. Это хорошо, да, но об этом речь уже давно шла, да, об апелляционных судах отдельных, да. Да, апелляционные суды, то есть ранее как в апелляционной инстанции. Ну, это та же примерно система, как и в арбитражных судах, да, где есть отдельные, да, апелляционные, да, да, суды. Да, введены уже вот к данным отношениям применяются тоже. Поехали дальше. Так. Прошу, коллега, второй ряд. Ну, Терещенко Константин, Новосибирская область. Знаете, в основном мы сейчас беседовали о федеральных судьях, и здесь была ремарка по поводу мировых судей. Вот. Но мы знаем о том, что принят арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации в новом виде. У арбитражного суда замечательный сайт, замечательный процесс, и ведется аудиозапись, ведется видеозапись, то есть он фактически стал либеральным. Как вы оцениваете вообще вот этот кодекс, те улучшения, потому что, по моему мнению, очень много положительного. И что касается судов федерального. Ну вот вы привели долю оправдательных приговоров 1%, ну это в Российской Федерации, с 91 по 2009 год. А судья всего лишь проверяет. То есть, да, то есть здесь на самом деле факт. Ну, знаете, я, конечно, никого не хочу, ну так вот, ну, свою позицию хочу высказать по этому поводу. Дело в том, что суд на самом деле проверяет те доказательства, которые собрало следствие. То есть этот 1% это не то, что там у нас общество делится на 50% виновных и невиновных. Я вообще, в принципе, преступников ничего ни одного не видел, который считает себя виновным. Они все говорят, мы вот здесь невиновны. Может быть, это все-таки... Порядка 40% идут по особому порядку рассмотрения, которые признают себя виновным сразу на следствии, соглашаются на особый порядок. Они соглашаются, 40%. Извините, что перебил, они соглашаются для того, чтобы рассматривался в упрощенном виде вот процесс. Поэтому вот можете прокомментировать арбитражный процессуальный кодекс, чтобы у нас не было такого четкого, скажем так, осадка, что у нас все плохо. А, ну хорошо. Во-первых, про арбитражный процесс, арбитражные суды, да, они, в общем, сильно улучшились, и наши исследования больших массивов статистики показывают, что, ну, нету в арбитражных судах такого какого-то сильного уклона там в пользу государства или несправедливого рассмотрения дел. Вот, там есть какие-то свои проблемы, связанные тоже с перегрузкой, которую государственные чиновники вызывают в арбитражных судах, но в целом там большинство всего, что делается, то есть практически только к лучшему. Но насчет 1% я ничего не могу хорошего сказать, когда там целый огромный аппарат, оперативники, следователи, которые собирают доказательства вины. А кто будет собирать доказательства невиновности? У нас нет следствия на уровне адвокатского расследования, например, хорошо организованного, заресурсированного. Нет второй стороны. Вторая сторона еще, да, по советскому наследию чисто формально. Ну, положен адвокат. Ну, хотя, конечно, да, вот то, о чем я говорю, в большей степени, наверное, относится к низкостатусным слоям населения, ну, то есть к массовым уголовным преступлениям, связанным там с кражей, там, тяжкими или не тяжкими телесными, с наркотиками и так далее. Там, где человек, как правило, не может себе позволить нанять дорогого, квалифицированного адвоката, который бы отстаивал интересы. Вот. Но, в принципе, я не готов признать то, что у нас все хорошо, и есть там равенство сторон в процессе, есть состязательность. Нет, у нас есть просто доминирование стороны, так сказать, следствия с обвинения абсолютно явно. Я не, понимаете, я не черными красками, я готов привести гораздо больше еще статистических данных, просто сейчас такого возможности. Но так обстоят дела, давайте просто вместе с этим бороться. Так, коллега, прошу. Добрый день, меня зовут Базаров Константин, у меня два вопроса, если можно. Значит, первый вопрос, хотелось бы, чтобы вы
прокомментировали новость сегодняшнего дня о том, что Виктор Бут получил в США 25 лет тюрьмы. И у меня в связи с этим вопрос, позволяют ли международные договора и вообще нормы международного права процесс передачи бизнесмена, ну вот в данном случае в Россию, для отбывания наказания. И вообще ваш прогноз, как дальше будет развиваться эта ситуация. И второй вопрос у меня. Ну, во многих регионах происходит противостояние губернаторов и мэров городов. Ну вот, в частности, недавно у нас в Орловской области был отстранен мэр города. В общем-то, ну, обвинения были не очень существенные, но это все было инициировано губернатором. И районный суд, а затем областной суд, в общем-то, подтвердил законность отстранения мэра. И у меня вопрос заключается в том, что вот сейчас говорится о том, что будут выбираться губернаторы, и может ли это как-то повлиять на вообще вот это вот противостояние мэров и губернаторов, и если да, то каким образом? Спасибо. О, слушайте, ну, вот такие огромные вопросы про Виктора Бута. Ну, что я буду спекулировать? Я знаю, наверное, столько же, сколько и вы. Я знаю, что МИД сегодня сделал какое-то резкое заявление о том, что будут предприняты все меры. Но если, как пишут, Виктор Бут связан с российскими спецслужбами, они, так сказать, своих не сдают, то они должны что-то сделать. Фактически взять какого-то заложника американского, посадить в российскую тюрьму, а потом обменять. Вот, собственно, вот что должно быть сделано. С их точки зрения, мне кажется, а других средств, скорее всего, и нет. Вот. А что касается противостояния губернаторов и мэров, ну, это несколько тем выходит, это обширная тема, это, в общем, такая стандартная ситуация для российских регионов, начиная, наверное, с конца 90-х годов. Ничего в этом специфического нету. Особенно, ну, есть столичный город, есть глава столицы региона и есть губернатор. Эти закономерности разрешаются в каждом регионе по-разному. Так сказать, мэр в данном случае, поскольку это выборная должность, с ним сложнее из центра бороться. Я боюсь, что я ничего такого серьезного по поводу ситуации в Орловской области на самом деле вам не скажу. Скажу только, что, конечно, выборы губернаторов, если будет возврат к выборам губернаторов, это однозначно хорошо с точки зрения общественного контроля над властью, но это не панацея против конфликта между главой там, муниципальной власти столицы региона и губернатором. И губернатором региона. Вот, это не панацея. Как будут решаться конфликты, ну, видимо, будет какая-то другая демократическая динамика. Посмотрим. Другое дело, что на самом деле, как бы это было элементы некоторой, ну что ли, демократии. Регионы, в которых присутствовал конфликт между мэром и губернатором, они были с точки зрения условий ведения бизнеса более либеральные, потому что всегда у бизнесменов была, так сказать, некая альтернатива, работать ли, так сказать, с группой, которая связана с губернатором, или с группами, которые связаны с мэром. Они могли получать, так сказать, защиту из разных источников, и поэтому, в общем, рыночные условия были лучше. Вот поэтому конфликт между мэром и губернатором, в этом ничего нет плохого. Просто этот конфликт должен стать публичным и вырасти в конфликт, так сказать, ну, в плане публичной политики, как здоровая конкуренция, которая пойдет на пользу, а не как подковерная борьба компроматов там, и так далее. Вот, наверное, такой ответ. Катаржина, прошу, вопрос из Польши. Здравствуйте. Во-первых, я бы хотела вас поблагодарить за очень интересное выступление. Во-вторых, я вчера смотрела на «Россия-1» дебату, касающуюся про смертной казни. Да. Насколько это возможно, что все-таки Россия вернет смертную казнь? И вот как
этот процесс, про который вы говорили, может повлиять потом вот на принимание приговоров? Ну, я думаю, что если ничего не произойдет какого-то экстраординарного в России, ну, чего-то форс-мажорного, какого-то внутреннего сильного конфликта, как когда-то были конфликты, связанные с Кавказом, то вероятность возврата к смертной казни, ну, просто нет оснований. Есть, так сказать, приверженность России, там, член Совета Европы, многих других организаций, которые предполагают, да, что европейские стандарты введены, и отказываться от них, то есть это слишком большая цена, ради чего? То есть это нужно, чтобы отказаться, чтобы вернуть смертную казнь, нужно очень сильное массовое давление населения, да, в пользу введения смертной казни. Это значит, что радикальным образом должна поменяться ситуация там, с насилием, с преступностью в России, так что чтобы руководство пошло на эту меру в качестве меры превенции или борьбы там, с насилием и с преступлениями. Но я не вижу таких обстоятельств, которые бы могли этому способствовать. Поэтому я бы сказал, что вероятность очень, очень низкая. Вот. Еще один или два вопроса. Надо меньше смотреть российское телевидение. Так. Господин депутат, прошу вас. Спасибо, Ершов, Санкт-Петербург. У меня вопрос такой, вот, возможно, мы скоро будем реформировать судебную систему, я так надеюсь. Как вы видите, к какому пути мы пойдем, по континентальному и англосаксонскому? И главный вопрос, как мы будем менять судей? Выборные это будут судьи или назначаемые? Ваше мнение, спасибо. Я думаю, что мы как пойдем по какому-то своему пути, трудно осознаваемому. Да, на уровне, так сказать, на уровне настоящего, может быть, историки потом скажут. Хотя есть разные, вы знаете, тенденции. Вот Антон Иванов, который председатель Высшего арбитражного суда, так сказать, он сначала был латентным, а теперь уже почти что явным сторонником прецедента. Единственное, там, дебат, то есть движение в сторону прецедентного права, единственное, что есть дебат, что считать прецедентом. Да, и его обвиняют в том, что постановление пленума Высшего арбитражного суда, то есть односторонний, это и есть типа прецеденты, которому нужно следовать, что, в общем, некорректно с точки зрения прецедентного права. Это должен быть не вас, а там, в общем-то, рядовые судьи могут творить прецеденты. И поэтому вопрос с тем, а как будет работать прецедентный принцип в российской системе, он не решен. Хотя вот такое течение, движение в эту сторону есть. Вот. А в остальном, конечно, наша система, ну, наверное, по чем-то похожа там, на немецкую, а еще больше все-таки похожа на советскую систему. Поэтому, в общем, скорее всего, мы будем двигаться какими-то на ощупью в некотором направлении улучшения какого-то, может быть, того, чего есть сейчас. И контуры вот такой вот новой какой-то модели там, континентальной или англосаксонской, ну, они в данном случае, наверное, не имеют решающего значения. А что касается назначения судей, то, ну, официальные лица высказываются по этому поводу, что нужно больше людей из адвокатуры брать, что юристов с опытом, и это правильно. Вот я бы, вот что мы рекомендуем? Мы рекомендуем, во-первых, гораздо большую роль отдать судейскому сообществу. Потому что сейчас вот там квалификационные коллегии, советы судей, они на самом деле не играют такой большой роли в назначении судей, какой должны, действительно. Самую большую роль играют председатели и так сказать, неформальные две комиссии на уровне кадровой комиссии вот, Верховного суда и при президенте Российской Федерации, которые могут некоторый процент, ну просто без объяснения причин, вообще зарубить там, 10-15% поступающих кандидатур, которые прошли уже там, нижестоящие фильтры. Иногда говорят, что они зарубаются, потому что там, обнаружили какие-то, значит, факты вовлеченности
судей, там, в какие-то кандидатов в судей, в какие-то дела. Если это адвокат, то начинают проверять те дела, в которых человек выступал адвокатом. Если этот адвокат, допустим, защищал какого-нибудь там лидера преступного сообщества, да, то его никогда не пропустят в судьи, потому что предполагают, нас очень боятся адвокатов. Потому что адвокаты считаются проводниками коррупции. Есть такое в массовом судейском сознании враждебное отношение, подозрительное, что адвокаты на самом деле в российской судебной системе выполняют не роль, так сказать, вот другой стороны в процессе, а, так сказать, решают вопросы. Решают вопросы со следствием, решают вопросы с судьями, фактически заносят, уносят и так далее. И как таких брать в судьи? Это что же будет? Это действительно вот то, как судьи мыслят. Вот, поэтому должен быть какой-то механизм, который на самом деле делает попадание в судьи вот неоперившихся таких свежих людей из канцелярии более трудными, а зрелых юристов более легкими. То есть это могут быть, мне кажется, лучшие кадры – это вот корпоративные юристы, даже юристы госорганизаций, которые имеют опыт там, представления стороны в судах, которые уже гораздо более зрелые. Вот. И в эту сторону нужно менять. Для этого, может быть, нужно ввести другую формулировку в закон о статусе судьи, о том, что не 5 лет юридического стажа, как сейчас, а юридическим стажем считается все, что угодно. А там можно стаж увеличивать и назвать там, 10 лет юридической практики. Но тогда, понимаете, сразу вся система начнет испытывать проблему, потому что все равно зарплаты судей, хотя они и высокие, но гораздо ниже, чем доход у адвоката, гораздо ниже, чем доход у хорошего корпоративного юриста. И почему хороший корпоративный юрист там, с зарплатой 150 тысяч рублей в месяц должен идти там, на где-то 50-60 там, плюс зарплаты судьи, где огромная работа сейчас, а судьи перегружены. Они просто сами не пойдут. А кто идет? Идет вот этот вот молодой контингент, либо прокуроры, который рассчитывает на пенсию, понимаете? Опять же, мы здесь говорим о том, что ну, нет вот такого страшного какого-то заговора, который там специально что-то делает. Просто вот система построена так, что судьи идут, но вот такой контингент, какой идет, такой и идет. Это, знаете, у нас есть такое слово «комплексная реформа». Вот тут нужна комплексная реформа, мы должны понимать все взаимосвязи и менять совершенно различные стороны судебной системы так, чтобы они сработали в определенную сторону. Но это очень-очень трудно. Коллеги, мы уже превысили регламент и сильно превысили, поэтому невозможно больше будет продолжить. Я хочу просить вас поблагодарить Вадима Волкова за эту сессию. Спасибо.